Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу рассказать, почему на канале нет видео, почему они не выходят. Это не из-за того, что мне лень их делать или нечего делать. Итак, мы в путешествии в данный момент в Таиланде и активно ведем съемку. У нас активный трип примерно выходит в 3 недели. Мы уже где-то сейчас, в данный момент, в середине нашего трипа. Мы начали в Бангкоке, мы провели 3 ночи, 4 ночи в Бангкоке, да? Провели 3 ночи в Бангкоке, это просто было невероятно, там столько экшена, столько мест, атмосфера, вообще движняк, еда, Бангкок — это невероятный город. В общем, это было 4 ночи в Бангкоке, мы побыли там, посмотрели места, путешествовали. Далее мы вылетели в Суратхани. Суратхани — аэропорт, это промежуточный пункт. И поехали из Суратхани, взяли маршрутку, автобус, трансфер, и поехали в Кау Сок, национальный парк. Это просто невероятное место. Что ты скажешь про Кау Сок? Красивое место, дикая природа, красивые дикие тропические леса, которые, как мы почитали, древнее, чем леса в Амазонке, вроде как. Увидели диких животных, обезьян, как они, желтыми клювами, забыл. Да, туканы, да. Туканы. Да, с Кау Сока мы взяли тур внутрь, национальный парк, на озере. То есть вы плываете на лодке днем на озере. Вас отвозят бунгало на воде. И это просто был невероятный экспириенс. Мы ходили в джунгли, спали в бунгало прямо на воде, и это просто было нереально. То есть обо всем этом будет подробное видео, подробная информация, как, что, куда. То есть мы сейчас снимаем активно, вообще нет времени ни на что. То есть помимо быстрого передвижения между местами, трансферы, лодки, автобусы, это очень все в таком максимальном режиме происходит. Мы пытаемся максимальное количество мест посетить, узнать, собрать для вас, ребята, максимальной информации, информативной, полезной, и вообще показать места, насколько они необычные, красивые. И Таиланд — это просто сказочное место. Так, в общем, Кау Сок. Кау Сока мы выехали. Кау Соки мы просто получили невероятные эмоции. Это было просто суперское место. По каждой локации, по передвижениям у нас будет по-любому отдельное видео с детальной информацией, сколько это стоит, куда ехать, как ехать. С Кау Сока мы взяли трансфер в Краби. Это локация Краби. И, в общем, мы остановились на пляже Аунанг на одну ночь. И вайб, вся энергетика там нам не понравилась, не зашло. Это не наше. Слишком тусовочное место, очень много людей. Очень, ну, очень красиво. Там был рядом Райли Бич, но мы туда не попали. Так что, возможно, у нас еще есть время, мы туда вернемся. Там есть интересные активити, такие как, например, забраться на скалу. И мы еще посмотрим. Может быть, мы еще вернемся сюда, и у нас есть еще время. Мы еще не закончили наш трип. Так, в общем, с Аунанга мы берем трансфер Коланту. Был веселый трансфер. В отеле нас там что-то нас обманули, что-то нам сказали, что мы поедем на лодке сразу на остров Саунанга в Коланту. В итоге мы попали на какую-то станцию. С этой станции нас отвезли в итоге на венчике таком, на фугоне. Как он называется? Венчик? Минивэн. На минивэне нас отвезли в Коланту. Мы пересекали мост через... Не мост, а как он называется? Паром. Мы грузились минивеном на паром и попали на остров Коланта. И Коланта — это просто, это сразу нам зашло. Это наш вайб. Тут просто нереальный чил, спокойно. Нет кучи народа. Просто нереально классное место. И мы зависли пока что. У нас уже 2-я ночь здесь. И в данный момент мы... То есть, вчера мы изучили остров Коланта, одну его сторону, взяли байк, прокатились, посмотрели, и тут просто природа, море, все просто невероятное, классное, красивое, просто как будто мы, у нас ощущение, настолько эмоций, что мы в какой-то сказке в этом, в Таиланде. И сегодня мы также с Коланты выехали на экскурсию, в тур, мы выехали в тур, 4 острова. В данный момент мы находимся на острове Кокрадан.
и еще поедем на какие-то другие острова. Так что, в общем, мы все снимаем детально, подробно, и на канале в ближайшее время, не могу сказать, когда точно, информации просто огромное количество, выйдет видео по каждому месту, подробное описание, что и как. Так что, ребята, увидимся скоро.